Всем привет, вы на канале Семья Булатовых. Нас очень долго не было, потому что я искал цитрусовые. Нашел вот такой замечательный большой лимон и кумкват. Сегодня буду их пересаживать в горшочки. Сейчас вам покажу, сколько цветочков у нас на лимоне. И тут два, вот как видно, больших лимона и кумкват. Ну, тут не так много цветочков нету, но зато уже есть сам кумкват. Ну давайте я вам сейчас поближе покажу наши цитрусовые. Название лимона я не знаю. Вот пишут цитрус лимон 4+, то есть 4 сезона. Так, тут у нас паспорт. Вот он, Нидерланды. И вот еще паспорт. Ну почему-то название здесь не написали. Просто цитрусовый лимон. Так, очень много цветочков. Вот цветочки, вот цветочки. Так, вот. Вот цветочки. Много, в общем, цветов. Так вам покажу. Вот большой лимон уже. Вот большой лимон. Вот, и очень много маленьких еще. Я примерно насчитал около 40 штук. И кумкват. Ну, кумкват не цветет, но зато есть плоды. Пусть не так много, но довольно красиво. Купил я цитрусовые для того, чтобы прививать наших дикарей. У меня их вот таких вот огромных, около 45 штук. Вот, а в общей сложности около 100. Вот, тоже их будем прививать все со временем. Вот, видите, какие хорошие саженцы. Вот. Будем их прививать в расщеп. Вот. Ну а сейчас пока давайте займемся пересадкой наших цитрусовых. Начнем пересадку самого большого лимона. Возьмем большой цветочный горшок. Здесь есть отверстие. Сюда вложим немножечко, так, керамзита. Дренаж цветочный называется. Вложим, ну, совсем немножечко. Вот так вот. На самом низу почти у нас керамзит. Так, убираем сторонку. Теперь будем пробовать доставать наш цитрусовый. Для того, чтобы цитрус легко достать, надо маленечко ведерко сдавить, чтобы земелька чуть-чуть отошла у нас от самого горшочка. После этого пытаемся тихонечко достать наш цитрусовый. Вот видите, легко, спокойно вылазит, без проблем. Так, сейчас покажу, как очень много корней. Вот видите, очень много корней. Земля идет специально для цитрусовых. Вот видите, земля идет для цитрусовых. Так. Убираем лишнюю землю. Только все очень аккуратно. Чтобы не повредить ни один корешок. Добавляем немножко нашего специального грунта для цитрусовых. Убираем все комочки. И все, садим наш цитрусовый. Сейчас это все надо будет засыпать землей. Thank you.
Земля идет сразу здесь с камушками. Галька. Грунт питательный, подкармливать не надо. Как пишут, 2 месяца можно не заморачиваться. Сейчас по краешку проливаем лимон. Земля будет садиться. И если по необходимости, можно будет добавить туда немного земли. Лимон наш пересадили, теперь будем пересаживать кумкват. Пересадили наши цитрусовые, через пару дней уже будет видно, как они перенесут нашу пересадку в новые горшки с землей. Если все будет нормально, будем брать с них почку, пересаживать на дикарей. А на сегодня все, ставим лайки, подписываемся на канал, всем пока!